Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник, и я поиграю в игру под названием Brawl Stars. И как видите, на моем аккаунте 24989 кубков. И поэтому я апну сегодня 25 тысяч кубков на громе в соло ШД. И посмотрим, что мне выпадет с этого драного мега ящика. Я уже апаю, наверное, 50 кубков, наверное, часа 2. И не могу их апнуть, я не знаю почему. Хоть на громе еще и легко апать, но я не могу почему-то. Вообще не знаю прям почему. Просто люди какие-то тупые бегут на меня все время и все. Ну, тупая отмазка, конечно. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Тут у нас была жесткая заруба на миду. Так, убиваем этого надоедливого челика. А воробушек тоже у нас отлетает? Нет, воробушек у нас, кстати, отлетает. Потому что я его добиваю, а не, конечно, Мортис. Как я думал. Но все-таки все хорошо пока что идет. Осталось проверить кусты, сеть в центральные кусты. И все будет хорошо. Не, ну, конечно, это будет сложно сделать. Вот, потому что, ну, вот из-за вот этих дебилов... Так. Ну, блин, ну как? Боже мой. Получается, нам осталось 7 кубков. 7 кубков? Получается, мне, если... Давайте, ребята, ради контента я сдохну третьим. Ну, блин, если, конечно, получится еще третьим сдохну. Тоже сложно. А почему он по банке пропускает? Он, типа, хочет в центр сразу идти. Плохая идея, если честно. Тактика очень плохая. А. Он меня не убил. Он меня не убил. Он меня не убил. Вот это чел. Вот это чел. Я ему отдам. Так, ладно, он умирает. Так, ну что там, нету никого, баночки мы забрали и все. И обычненько текаем, конечно, он может на меня прыгнуть. И из-за этого я больше всего боюсь. Ну я... А подожди, а Фэнк умер, что ли? Фэнк, что ли, умер? Не может быть. Давай, давайте. Так, хорошо, мы затимились. Нет! Пожалуйста, третьим надо, третьим, не четвертым, третьим. Да иди в сорокота! Ну ё-моё, ну четвертым все равно умер. Хорошо, ладно. Умер четвертым, так умер четвертым. Сколько нам остается? Нам остается 3 кубка. 3 кубка, 3 кубка, 3 кубка остается. Ну что, погнали, а под 3 этих кубка. Вот видим Тика тут. Ну я не знаю, что с ним делать еще. Ух ты, он меня сейчас убьет, кстати. Все. Да ёбары! Надо топ-1. Надо топ-1, чтобы идеально было 20 500 кубков. Ой, 25. Ну, короче, вы поняли. Чтобы ровно было 25 тысяч. Почему ты меня бьешь? Почему ты меня обижаешь? Вот так вот. Убей его. Нет. Нет. Все, я удаляю игру. Пока. Я удаляю игру, делит, делит, где кнопка делит. Ребят, короче, сходила дуэльки, пожалуй, я дуэльки походил. И апнул, наконец-то, вот эти вот кубки, и осталась последняя игра. Осталось 4 кубка, поехали, пожалуйста. Опа. Кстати, пик очень хороший для меня. Ихний.
Мне кажется, Сквика я убью. Ну, если он, конечно, сейчас халявные тычки не будет по мне давать. Так, осталось немножечко совсем, в принципе, нафармить. Мне кажется, я его даже хотел сказать без ульты убью. Угу. Боже мой, почему? Вот когда я без съемки, так сразу такие дебилы попадаются. А тут сразу профессионалы всякие. Да блин, я промахиваюсь, все время ультой колет. Нет. Так, все, забрали. Осталась Тарас Воробушка. Тарас Воробушка. Хорошо, ладно. Я потею, извините, что я молчу. Ну, блин, реально, вот пот прям льется. Нет. Ура! 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 Гип-гип! Ура! 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 У воробушек самое противное осталось. Блин. Вот мне задача, а. Как бы его победить-то, а? Как бы его победить? Ну, блин. Без гаджета еще. Зря я потратил гаджет. Я случайно вообще нажал на него. Тут главное, чтобы он мне, по мне, ни единой тыки не сделал. Ни единой. Если он сделает по мне тычку, то будет очень плохо. Найс! Все, топ-1! Хорошо! Получается, у нас 25 тысяч кубков. Офигеть, как ролик долго затянулся. Короче, одну карточку я пропущу. Там 25 тысяч кубасиков у нас на моем аккаунте. Хорошо, попробуем открывать мега-ящик. Мега-ящик. Я думаю, что мне оттуда никто не выпадет. Погнали. Что? Так, подождите. А, ну конечно, конечно. Конечно же, пассивочка на Эша. Спасибо, спасибо. Ну, хотя бы пассивочка, ничего. Ну что ж, дорогие друзья, над этим видеоролик подошел к концу. Спасибо, что смотрели. Посмотрите мои прошлые части по базу, по спайку, как я их апал первым уровнем. Ну, а с вами был Алексоник. Всем удачи, всем пока.